ударов выиграли спартаковцы, что позволяет им по-прежнему владеть шайбой. Вот здесь подключение Егора Саки, Савикова. Ой, прекрасный гол. И это Сусуев. Это 17-летний нападающий Никита Сусуев «Спартака». Четвертый матч сегодня проводит. Причем он в каждой из игр, который был заявлен, появлялся. Пускай не намного, но появлялся. А сейчас здесь застрял на площадке и отметил своей первой заброшенной шайбой в континентальной хоккейной лиге.